как работник магазина. Подскажите, кто сегодня какой автор, какой герой нашего времени сегодня? Кого покупают больше всего, кого им интересуются? Покупают сейчас, в частности, книжки, связанные с Питером, вот, допустим, «В Питере жить». Вот. Он как бы очень востребованный. Как бы там описано от каждого жителя нашего города о том, как они видят свой Питер. Ну а герои нашего времени есть? Герои нашего времени в Эмитиду. Прошу прощения. Герои нашего времени есть, потому что. Какой он? Он должен быть открытым, должен принимать все. Как правильно сказать, все взгляды на жизнь и иметь очень характер востребованный. Какой характер? Характер доброжелателя, добродетеля. Вот по вашему мнению, кто сейчас, сегодня, какой герой нашего времени? Каков он? Личность, имя назвать? Ну, образ или имя, как угодно. В литературе и в жизни. Я думал, какое время без конкретного героя сейчас. Вот по вашему мнению, кто для вас сегодня герой нашего времени? Ой, такой сложный вопрос, так сходу не сказать. Блин, да, реально сложно. Именно он в одном лице должен быть. Ну, у каждого свой, не один. Какой он, этот герой, если он существует? Блин, ну мне Путин нравится. Свой. Мне нравится Путин. Ну, вообще-то я хотел спросить о литературном герое, а вы опять Путин, не о Путине. Опять Путин? Да. А что уже называли? Ну. А литературный герой? Выдуманный персонаж, правильно? Ну, не обязательно. По книжкам это к тебе. А? По книжкам это к тебе. Мне кажется. Сложно. Блин, у Джека Лондона много персонажей, которые. Современный. О, Господи. Сегодня. Современный. Ну, я, если честно, не читаю современную литературу. Только по психологии. По классике как-то больше. Спасибо. Вот по вашему мнению, каков сегодня герой нашего времени в литературе и в жизни? Я думаю, это Лермонтова, герой нашего времени. Что, Печорин современный герой? А что, есть такие люди сейчас? Я думаю, что есть, может быть, я просто их не знаю, просто у меня другого критерия нет. Ну а кого вы знаете? Вот у вас-то кто на виду? Знаете, какие герои? Мне кажется, они уже все ушли из жизни. Поэтому, наверное, я не смогу на ваш вопрос ответить. Вы говорите, нашего времени, да? Да, сегодня. Пророков нет в отечестве моем. Поэтому, наверное, вот на сегодняшний день, наверное, такого героя, про которого я мог бы сказать, наверное, нет. Мне кажется, время покажет. А какого бы он должен быть? Прямо как обычно. Да-да-да. Сложно сказать, какой он должен быть. Не знаю. Слишком такой вопрос у меня. Герой нашего времени, да. Не знаю. Мне кажется, должна быть какая-то большая доля свободы, внутренней свободы. Вот я считаю, что это герой нашего времени. Наверное, это во все времена было и останется. Вот то, что сейчас будет происходить, мне кажется, это вот какая-то внутренняя свобода, которая должна, в общем-то, передаваться от таких людей, которые будут сегодня выступать, и другим людям. И я думаю, они как-то вот будут приобщаться волей-неволей героям нашего времени. Вот, как вам кажется, по вашему мнению, каков сегодня герой нашего времени? Вот, в литературе и в жизни. Не ответить мне, наверное. Не хочу отвечать на этот вопрос. И сама еще не поняла, кто он герой нашего времени. Что, нет героя?
Слушайте, общество настолько женское, что я даже не знаю, есть ли мужчина герой. Ну, сегодня три героя у нас. А, вот вступать будут. Да. Ну, вот может быть, вот поэтому я и пришла. Все три героя: и Сикацкий, и Садулаев, и Зарифуллин. Вот, по вашему мнению, каков сегодня герой нашего времени в жизни и в литературе? Ну, в литературе, мне кажется, это человек, который чего-то не достиг еще в жизни, пытается этого достичь, которого, возможно, судьба или, может быть, даже конкретно какие-то люди или государство чем-то обделило, обидело, и он пытается из этого выпутаться. В жизни, я думаю, ну, так как литература отражает жизнь, то, наверное, герой тоже примерно такой же должен быть. Ну, он ученый, политик, там, топ-менеджер, кто он вообще? Я думаю, тут нет какой-то конкретной профессии, то есть есть только вектор, что он движется, да, в своем пути. То есть, скорее всего, это профессия, ну, возможно, у него даже нет профессии. То есть это может быть и студент, это может быть и, в общем-то, человек, который уже какое-то образование получил, но по какой-то причине, да, ничего не достиг еще. Поскольку мы находимся в парке культуры и чтения на Невском проспекте, то я позволю себе задать такой классический вопрос, который адресую, конечно, ко всем участникам дискуссии. Каков, на ваш взгляд, сегодняшний герой нашего времени в литературе современной и в современной жизни? Спасибо. Думаю, что этот герой еще не написан, потому что это человек, который реально смотрит в будущее. И на самом деле, да, мы сейчас обсуждали очень активно «Бессмертный полк», но это актуальность. Актуальность, на которую работало патриотическое сообщество в 90-х и нулевых годах. Благодаря этой работе пошли бессмертные полки, то есть это уже реализованный миф. Миф, вставший на ноги, заживший своей жизнью. А вот герой нашего времени тот, который рисует миф, который будет работать в 30-х годах, 21 века, в 40-х годах, в 50-х годах. Работать в человеческом, в живом, не только в робототехнике, не только в сфере искусственного интеллекта. Тот, на мой взгляд, тот человек, который видит свет из конца 21 века, из 22 века, из других будущих времен, который действительно преобразует человечество и реализует его божественный замысел, ради чего человечество создавалось. Мне кажется, времена эти приходят, они на глазах наших время очень быстро ускоряются, и это световое завтра очень быстро наступит. Так вот, я за то, чтобы мы, как писатели, записали образ этого человека, который пишет белыми красками этого художника на белом холсте образ нашего будущего, как песня, по-моему, Калугина, художник массов пишет свет. Этот художник, которого, может быть, никто не видит, он находится в своей квартире, но он пишет грядущее реально. И вот я за то, чтобы этот герой был все же зафиксирован. Мне кажется, это одна из целей нашего проекта «Белая Индия» – зафиксировать этого героя, который пишет свет завтрашнего дня. Это моя точка зрения, да? Я бы еще добавил два слова, вот кто может быть Герман. Тут ведь еще действительно важным является качество самого времени. И некоторые понятия и, стало быть, явления не воспроизводятся. Ну, например, я не знаю, почему слово «герой» мысленно ставится в кавычки, как слово «гений», предположим, как вообще слово «душа». То есть странным образом качество этого мелководья, того времени, из которого мы не вышли, оно не образует такого рода понятия, как «достоверные». Поэтому мы так и вспомним Лермонтова. Он по-прежнему, его Печорин, герой нашего времени, вроде бы. Но
Но понятно, что происходят некоторые перемены. Да, сегодня на самом деле такой фигурой является активист. Вот он активист и защитник экологии, он ИО, и даже исполняющий обязанности исполняющего обязанности. Но по мере того, как мелководье будет присоединяться к историческим глубинам, будет реабилитировано и понятие героя, и гения, и как бы и души, да, самой души, которые все эти понятия не выдерживают проекции на плоскость. В нашем мире остаются только проекции на плоскость. Соответственно, тогда мы могли бы говорить о том, что герой что-то значит и как бы располагает некоторой достоверностью. Если больше вот не правительство, а как-то литературно и культурологически ответить на этот вопрос, то мне кажется, что хотя периодизацию истории культуры можно дробить бесконечно, добавляя модерн, постмодерн, постпостмодерн и так далее, но можно представить периодизацию культуры и в виде двух такой вот простой хронологии, так прилив-отлив, да? Это классицизм и романтизм, потом опять классицизм и опять романтизм. И для классицизма характерен герой античности, активный, социально ответственный, любимый богами, основа и столб общества, вот такой герой. А для романтизма характерен герой одиночка, встающий над обществом, вне общества, каким-то образом отрицающий общество, отвергающий общество и так далее. Но не только в отношении к обществу он так проявляется, а скорее в отношении к мирозданию, представленному богами. Да? В классицизме герой – любимец богов, в романтизме герой борется с богами. Он вопреки богам, природе, все получает. Я думаю, что сейчас у нас прошло время, когда героем литературы и культуры был тип романтический, то есть лишний человек, маргинальный человек, какой-то диссидентствующий человек. А скорее мы все сейчас чувствуем некоторую тягу, вот как Александр Куприянович говорит, того времени, когда схлынет уже наконец пена. Это время классицизма еще не пришло, но мы его предчувствуем, что оно вот-вот придет. Настоящее время настоящих героев, настоящих гениев. И предчувствуя это, мы уже формируем запрос на настоящего героя и в литературе, и в культуре, который будет ни пьяницей, ни наркоманом, ни гомосексуалистом, ни парией, ни отверженным, ни каким-то чудаком, противопоставляющим себя всему миру и всему свету, а будет таким образом более античного героя, да, царя, пускай маленькой Итаки, но царя своего племени, героя своего племени, любимца богов. Прошел четвертый год, мы периодически вот таким составом выступаем в Санкт-Петербурге. Ваш покорный слуга, Павел Зарифуллин, Александр Осикацкий, Герман Садулаев. Это проект образовательный, литературно-художественный, философский. Он говорит о поиске священной страны, которая находится далеко-далеко на востоке, но вот ее мы видим все ближе, она все ближе подлетает к нашему небесному Петербургу, к небесной Москве. Можно уже ее не то, что потрогать нельзя еще пока, но можно почувствовать ее дуновение, ее бриз, небесный бриз этой белой Индии, наполненной светом страны, которая приближается, она уже рядом, она уже на окоеме. Вот мы своим деланием философско-художественным эту страну приближаем, страну света, которая вот совершенно точно уже вот просто вот гадалки не ходи, вот она рядом. На этом проекте мы берем разные темы, рассматриваем с философской точки зрения, как раз с точки зрения Белой Индии. Может быть, темы, которые мы берем, они странны зачастую для окружающего нас мира сего, но для Белой Индии они очень актуальны, они очень рациональные, очень последовательные.
Вот на прошлой лекции здесь в Буквоеде мы обсуждали философию времени, а сейчас мы дошли до философии весны. Как заметил Александр Куприянович, в Питере сразу наступило лето, весны никто не видел, и от этого несколько люди находятся в разочаровании в небольшом. И мы попробуем восполнить вот эту лакуну, образовавшуюся дыру от весны, потому что весна все равно вопиет о себе, она никуда не делась, она... вот эта синкопа весны, она все равно звенит, кричит и требует к себе абсолютного внимания. Поэтому мы посчитали несправедливым такой резкой смены времен года и отсутствие весны в Санкт-Петербурге. Мы будем настаивать, что весна существует, и весна несет в себе огромный вот заряд, который нам необходим, и мы попробуем его восполнить сами. Может быть, мы как бы не боги весны, четырех сезонов Вивальди, там, или осени, лето, зимы, но мы такие глашатые этого времени года, и мы будем от имени весны говорить сегодня. Весны в Белой Индии. Потому что по одной из версий Вивальди, он состоял в ордене восточных ионитов, которые ориентировались тоже на восток, который когда-то создал Марко Поло. И по одной из версий, свои четыре сезона, в том числе свою музыку о весне, он написал о царстве Пресвитера Иоанна, как раз о нашей Белой Индии. Вот он говорил о весне в Белой Индии, Вивальди. Мы продолжим на эту тему. Начну я по традиции, хотя так у нас получается, что выступает Зарифуллин, Садулаев, Весикацкий, так вышло. Может быть, мы однажды поменяемся, но не сегодня. Да? Мой доклад будет, поскольку я выступаю в Санкт-Петербурге много лет уже, на нашем проекте выступаю четвертый год, он будет максимально питерским. Я тоже, хотя я живу в Москве, но постоянно приезжаю в Питер, я постепенно мутирую и превращаюсь в такого, не скажу, что питерского человека, но какие-то во мне питерские там органы появляются, невидимые в Москве, но явленно различимые в Санкт-Петербурге. Вот этот доклад будет абсолютно питерский, он будет посвящен Питеру, Мариинскому театру, совершенно такими невыразимыми, непонятными вещами для Москвы. В Москве, когда говоришь на эти вещи, люди не понимают, о чем, а здесь я вижу огромное внимание в глазах у людей, когда говоришь слово «Мариинский театр». Итак, весна. Начнем мы с весны священной, потому что 100 лет назад она вызвала такую бурю в нашей культуре, в нашем искусстве, в нашей философии российской, что до сих пор этот импульс, мне кажется, он не закончился, продолжается, он вопиет о себе, как вот весна, которую не заметили в Санкт-Петербурге. Весна священная Стравинского. Напомню предысторию. Однажды к Николаю Рериху приехал композитор Стравинский, сказал, что импресарио Дягилев попросил для русских сезонов в Париже что-то нарисовать или написать либретто, что-то народное такое языческое, символическое, потому что Рериха тогда уже, до революции уже считали таким человеком, который разбирается в том, что надо, понимает все правильно, и как не к Рериху идти было Стравинскому. Ну и Рерих там посидел, покумекал, и какой-то либретто он написал. Впоследствии с помощью балетмейстера Нижинского был сделан балет, и в Санкт-Петербурге весну священную торжественно перед самой Первой мировой войной презентовали в Париже. Балет вызвал, как вы все знаете, бурю негодования, потому что Париж тогда был консервативным, благонамеренным городом, таких буржуа, таких замечательных, которые в котелках ходили. И это сейчас Париж вот такой, какой есть, с арабами, с шашлыками. А тогда Париж был другим. И там сидели консерваторы, которые эту весну священную, языческую, вот эти русские пляски, когда Нижинский еще просил балерин ходить косолапо, не выворачивать стопу. И вот на все это насмотревшись, парижская публика негодовала, кричала, визжала. Дягилев был в восторге, потому что он был мистер скандал, он был счастлив. И до Петербурга дошла вот такая волна из Парижа, что произошел какой-то взрыв тектонический, взрыв Хиросимы.
Что же было такого в этом спектакле, в этой «Весне священной», что взорвало не только, конечно же, музыка, гениальная музыка Стравинского, не только прекрасные, замечательные картины Рериха, который сделал этому спектаклю, не только балет. Самым страшным и странным был сюжет. Вот я напомню этот сюжет. По одной из версий Стравинскому этот сюжет приснился во сне, по другой из версий Рериха этот сюжет написал и взял денег за это. Он утверждал, что он написал, потому что у него была расписка, что за либретто он получил сумму от Дягилева. И он доказывал, что это не во сне Стравинскому пришло, но это не важно, как они там рядились, а важно другое. Сюжет описывает, если вы вспомните, такую удивительную картину. Собирается народность, племя славянское на заре Руси, и собираются старейшины, собираются молодые люди, собираются щеголихи, молодые люди дерутся в ритуальных игрищах, там, в каких-то гусиных, петушиных боях. Щеголихи показывают какие-то одежды, идут обряд умыкания невест, игры в городки, все как любил Рерих, вот такой дотибетский Рерих, такая Русь, распрекрасная, раззадольная, вот такая чудесная, расчудесная, сказочная, леденцовая. Но в какой-то момент, чтобы наступила весна, происходит обряд. Обряд достаточно любопытный, интересный тоже. Старейшины выбирают избранницу, вокруг которой начинают плясать ее подруги. В балете это особенно ярко видно, ярко выражено. То есть подруги пляшут, избранница с какими-то страшно намалеванными глазами начинает тоже пляс в центре. В какой-то момент приходят зверолюди в таких масках, которые начинают плясать вокруг этой избранницы. Пляшут, все пляшут, веселятся, радуются. И эта избранница доходит до высшего экстатического состояния и умирает. Конечно же, просто так она не умирает, видно. Речь идет о ритуальном убийстве торжественном, потому что вот эти зверолюди поднимают ее в небо вот, во время этого акта. И так «Весна священная» заканчивается. Конечно же, был страшный взрыв эмоций, это была буря, это было что-то невероятное, что-то страшное. Просто нам напомнил господин Рерих, или приснилось господину Стравинскому, о очень старинном обряде, который великолепно впоследствии описал феноменолог Рене Жерар. Это жертвоприношение во время жертвенного кризиса, когда в обществе, когда в социуме все наполнено взаимной ненавистью, взаимными претензиями, таким внутренним отчаянием, когда вот это зло кипит с невероятной силой, ну, фактически, как сейчас на планете Земля, должен найтись вот этот фармак, найти жертву, которая умиротворит всех, которая заберет грехи мира на себя. То, ну, козел отпущения классический, который должен либо удалиться в пустыню, наверное, смерть, либо который должен взять грехи общины на себя. И «Весна священная» это иллюстрирует прекрасно. То есть после смерти избранницы все начинает цвести, начинает пташки щебетать, за букашками летать, зайки на лужайке начинают кувыркаться и скакать. И вот эта радость, бесконечная радость, она снисходит на землю. Все, грехи испепелены, они уничтожены, они закончены. Община опять плодится, веселится, а девушка-красавица, вот она исчезает, да, как бы ее нет. Вот этот обряд, он... не могу сказать, о примитивных народов, вообще у народов, у социумов, всегда находится некий элемент жертвы. Это очень важный еще вопрос, как выбрать правильную жертву, чтобы вот такую, как надо. Если мы вспомним фильм, например, Николая Скадаки, прекрасный фильм, удивительный, вот там очень долго выбирали того, кого надо. В итоге выбрали сына короля Децибала, чтобы отправить его к Залмоксису, к богу даков, попросить, чтобы пошли дожди и размыло дороги, по которым римляне шли в Румынию. И остановили этих римлян. И действительно выпало того, кого надо. Но выпало как? С помощью жертвенных ножей отправили вестника гонца наверх. И вот этот вестник реализовал свою миссию. Ну вот так надо.
И общество всегда готово эту жертву принести, всегда готово ее реализовать, потому что иначе жертвенный кризис обращается на все общество, и все начинают поедать друг друга, грызть друг друга, начинаются гражданские войны. А вот если вовременно жертву такую принести, такую прекрасную лапушку-голубушку, как у Стравинского полете, то, или как Кемерово, может быть, да, то как бы грехи не падают на общество, и как бы все рассасывается, все хорошо становится, спокойно. И вот этот миф, он настолько актуальный, я бы его никогда там не вспоминал, потому что зачем заострять на этом внимание, он болезненный, он жестокий. В конце концов, сегодня, кстати, день гибели Бориса и Глеба, с которых началась, которые как бы утвердили краеугольный камень жертвы на Руси, с них началась жертва как явление. Но жертвенный кризис, он всегда возвращается. Общество очень быстро опять накапливает свои грехи, и опять надо его на кого-то поливать. Этот миф, он это не миф языческой Руси или не миф там, русских, это миф всех народов на планете и вообще людей как явления. В этом смысле, конечно же, очень симптоматично, что золотой диск с весной священной был положен в космический корабль Voyager и отправлен в космос для того, чтобы другие цивилизации насладились весной священной, насладились идеей резать красивых молоденьких девушек с целью ритуального жертвоприношения и плодородия и счастья. То есть это такой на экспорт миф фактически. И вот эта девушка, она настолько залетела высоко в этом балете с этим Voyager'ом, потому что он космическую миссию как раз уже практически выполнил, в 76 году его запустили. Он теперь летит наверх туда, наверх, к Андромеде, которую тоже однажды отправили эфиопскую княжну, чтобы хтонический дракон ее сожрал, вот эту Андромеду. То есть одна красивая девушка летит к другой красивой девушке, и там они, видимо, воссоединятся на радость вот всем вот этим старцам-мудрецам, которые отправляют красивых девушек, своих дочерей на пожирание космическим драконам. Ну вот такая ситуация, такая как бы, откуда приходят эти мифы, эти сказки. Я просто вспомнил, гуляя по Невскому, как прекрасный русский мистик, русский Данте, Даниил Андреев, он описал картину инфрапитера такого, он тоже гулял по Невскому, он увидел вот этот инфрапитер, где вот шевелятся какие-то странные вот эти грехи этого каменного города, они там ползают, они перевариваются, вот такие гномы, полугномы, там какие-то странные существа, волки-грифоны, которые на этих гномов охотятся, вот эти страхи, непохороненные души. Их очень хорошо описывают, вот этих гномов, замечательные, на мой взгляд, такие шпильмейстеры, я бы их назвал, из группы «Ном». Они вот всегда вот описывают этих гномов, фиолетовых гномов. Это их главные, просто любимые персонажи. Но что говорит дальше Даниил Андреев? Что если мы еще глубже посмотрим вот вниз в русский ад, то там вот под этим инфрапитером, инфра-Москвой, инфра-России, там лежит, живет античеловечество и стоит замок Друкарк такой в толкинистском стиле, до всякого Толкина, и там вот заперто и в муках пребывает и истекает в боли русская любовь, которая находится в плену у духа русского государства, у Ицраура. И вот она там находится, да. Ну, такая картина, можно сказать, вот оттуда сны эти к Стравинскому и пришли, или к Рериху пришли, потому что Рерих на определенном этапе своей жизни, он не был творцом новых мифов, он был свидетелем. Вот как нас спрашивают часто, мы там, творцы мифов, мы говорим, мы еще нет, мы свидетели, мы просто свидетельствуем того, что происходит. Вот Рерих свидетельствовал, потом его... Не знаю, что с ним произошло, там Махатмы ему письмо написали, или там его супруги написали письмо, но что-то в нем изменилось, он стал творить миф. А до поры до времени он свидетельствовал мифом. Вот он засвидетельствовал миф о вечном мучении вот этой красоты, любви, который
бесконечно в нашей цивилизации, не только в нашей, в общечеловеческой, но мы-то здесь живем, вот в нашей юдоли самовоспроизводится. Ну, например, там можем вспомнить, как птица, золотая птица в сказке про сумасшедшего султана Бабадура. Вот она там сидит в клетке, и там над ней насмехается, в нее пальцами тычет грязными, там местные какие-то абреки. Или символ русской песни, певица Русланова, которую называли «Русская песня». Вообще ее называли «Человек, птица, русская песня». Ну, вот она в ГУЛАГе сидела тоже, и ее мучили. Ну, так считается, что это вот, ну вот так есть. Давайте вот на этом не заострять внимание. Все равно они потом все вот эти невесты, воплощенные любви, они все на Voyager'е полетят в космос. И как бы им радость, нам спокойствие. Но вот тут я хотел бы вот зафиксировать очень важную вещь, которая произошла тоже 100 лет назад, и которая дала старт другому нашему большому делу, скифскому движению, возвращению скифского мифа. Два человека, послушав весну священную, поговорив с Дягилевым, поговорив с Островенским, сказали: нет, мы не согласны, вот вы все хорошо написали, там, господа, Рерих, Стравинский, Нижинский, Дягилев, все вы хорошо сделали, зафиксировали, мы молодцы, вы люди такие интересные, но все, что вы написали, это там дрянь, это вот старый миф, который должен, как сказал Маяковский, отправлен быть на свалку истории, сброшен с корабля литературы, культуры, музыки, потому что он, не то чтобы он аморален, он вот возмущает горячее сердце. Возмущает горячее сердце этот миф, что вот так все заканчивается. Потому что на каждую Андромеду есть свой персонаж, который гипотетически может появиться в определенное время. Теми людьми, двумя порядочными людьми, остальные все смолчали, либо радовались, либо зубами скрипели, что так все будет происходить всегда, вечно. Оказались поэт Сергей Городецкий, музыкант и композитор Сергей Прокофьев. Они написали другое либретто, которое называлось «Скифская сюита. Алые лули». Сюжет вот тот же, он идентичен. И балет, который потом впоследствии поставил, и маэстро Гергиев его прекрасно всегда ставит в Мариинском театре и в других местах, он практически о том же. Есть девушка Алла, ну, Алла не Пугачева, но вот красавица, волшебная княжна Алла. И ее вот собирается замучить нечисть. Они называли все своими именами, наши друзья Прокофьев и Городецкий. Некоторые могли бы сказать, что старейшины и мудрецы, они говорили нечисть и чужебог. Потому что, ну, конечно, чужебог и нечисть всегда себя назовут старейшинами, мудрецами, там, генеральными секретарями, кем они себя назовут, там, этими членами правительства, членами там, Государственной Думы, кем угодно. А они сказали нечисть и чужебог. Вот, они собирались замучить вот эту Аллу. И, кстати, вот в балете это очень хорошо видно, вот это воспроизводство. Одно дело Гергиев говорит, когда собирает труппу, говорит: дайте ответ на весну священную, вы должны что-то, но это Гергиева трактовка, мы можем так сказать. А балет, он показывает примерно ту же самую сцену. Опять вот эти зверолюди поднимают наверх на руках вот эту красавицу и собираются принести ее в жертву. Но происходит что-то вот невероятное. Приходит герой, скиф Лолий, который всех вместе с богом Зари Велесом и всех этих чужебожников, мудрецов, старейшин, всех просто кромсает топорами и вот эти тромбоны, и Гергиев кричит: пусть эти тромбоны будут как пики, как сабли, как копья скифов, и пусть вы не бейте там в литавры, это должен быть стук скифских копыт. Вот кто, если бы не скифы? То есть всегда должно появиться иное, чтобы этот порядок этого жертвенного кризиса, который всегда будет повторяться, или всегда наших там дочерей, красавиц, матерей, там, и все самое святое, самое красивое, самое счастливое, все действительно благодаря чему существует наша цивилизация, будет всегда сжираться чужебогами, либо придет иное, которое изменит этот порядок на иной, на справедливый, на праведный, на честный порядок. И Прокофьев, когда поставил вот этот спектакль, эту скифскую сюиту, символично, что уже не в Париже, а в
Петрограде на тот момент. Он, этот спектакль тоже произвел невероятный взрыв в нашем обществе. И все ругались, кричали. Директор Петербургской консерватории Глазунов вышел с презрением из зала и сказал, я змею пригрел на сердце, он закричал. А потом он вернулся и как бы со змеей ужился. Вот. А очень интересный Николай Мясковский написал, композитор, он подчеркнул все-таки, что вот этот дуализм, диалектику Весны Священной и Эскифской Сюиты, подчеркнул их взаимосвязь очень странную. Он сказал, что, вот просто я процитирую его слова, он написал редактору московского журнала «Музыка» Владимиру Держановскому про Эскифскую Сюиту. «Изумительно и по содержанию, и по ошеломительной звучности, что наш Серж гений, сомнений для меня нет. Островенский, он щенок, лопатун». Вот она, борьба Весны Священной с Киевской Сюитой. И война уже это не самолюбие, а мировоззрение. Это ристалище хорошего финала с финалом плохим. Естественно, конечно, судьба последующей Весны Священной, она гораздо грандиознее, чем с Киевской Сюитой, потому что она стала модной на Западе в какой-то момент, ее засунули в Voyager и отправили в космос. Но по влиянию на современников вот этой Скифской Сюиты, ну, влияние было грандиозным. После этого появился сборник Скифы вокруг русского критика Василия Разумника Васильевича Иванова, который подписывался под псевдонимом Иванов-Разумник. Он собрал туда лучшие перья Серебряного века, Брюсова, Белого, Блока, христианских поэтов. Вот они назвали себя Скифы тогда, и Блок уже прокричал: «Да Скифы мы!». Потом эта идея попала уже к народникам, к левым эсерам, которые сделали ее своей программой. То есть на современников Скифская Сюита произвела совершенно невероятное впечатление. Уже этих левых эсеров называли партией политических скифов, а поскольку они взяли власть в стране вместе с большевиками, то вот скифы, они не на Войджере улетели, они захватили Кремль и Зимний дворец вместе с коммунистами и какое-то время держали власть. Вот эти скифы, которые прокофьевские, получается, скифы с богом Велесом. А кто такой Велес? Вот мы вспомним историка религии Дюмезиля, который описывает, что у богов тоже есть иерархии. Есть боги, отвечающие за духовенство, за царей, есть за воинов, есть за тружеников. И по этой логике вот был Перун, русский, у язычников русских был Перун, он отвечал за воинство, он вот парил, поэтому Перун с перьями. Другие боги, такие как Сварог, отвечали за там небеса, за какое-то за мироздание, а Велес отвечал за рабочих и крестьян. И вот эти рабочие крестьяне на заре 17-го года с богом Велесом и со своими скифами снесли старый порядок бесконечных жертвоприношений. Они видели мир новый, мир иной, о котором им в Скифской Сюите очень прекрасно и изысканно рассказали Городецкий и Прокофьев. И «Сила света» открыла дорогу революции любви. Другой финал, иной финал. О чем как бы, я хотел бы, как бы, завершая свое выступление, как бы зафиксировать вот эту диалектику борьбы Весны Священной и Скифской Сюиты. Что можно по-другому? Что можно не приносить бесконечные жертвы? Вот Рене Жерар считал, что сломать механизм жертвенного кризиса, которым живет человечество, бесконечно предавая и уничтожая, пожирая самое лучшее, что у него есть, он считал, что этот механизм сломали, там, могли сломать праведники, такие как Борис и Глеб, или, может быть, Спаситель, принеся в жертву самих себя, принеся в жертву такое что-то, там, принеся в жертву Бога, например, да? Но это уже высший пилотаж метафизики жертвы, да? А вот Прокофьев сказал, что можно и не так, что могут прийти скифы и сломать пружины этого миропорядка, и можно не приносить в жертву наших красавиц.
И тогда начинается действительно подлинная, настоящая световая космическая весна, и тогда действительно и тромбоны, как мечи, и арфы, как флаги, и ударный топот копыт, и звук, как чистое золото. И как тонко отметил Валерий Гергиев, все вокруг пропитано зовом наших далеких, великих скифов. Зная, что можно по-другому, я просто закончу выступление словами: да прибудут с нами скифские Лолий и Велес. Спасибо. Но вопрос, я думаю, мы ответим все вместе. Сейчас Герман Садулаев. Так, товарищи, весна. Что значит для нас весна в культурном, историческом, философском и мифологическом плане? Прежде всего, весна – это время пробуждения природы, торжество жизни, цветения и половой любви. Вместе с тем, весна – это праздник смерти, поминовение усопших и время ритуалов культа мертвых и культа предков. Вообще, хотя все религиозные, мистические и мифические воззрения человечества, особенно на континенте Евразии, тесно связаны и переплетены, я бы отметил два течения, два направления мифов и мистицизма, развивающиеся в определенном смысле как антагонистические. Это, с одной стороны, культ небесных богов и полубогов, героев, штурмующих небеса, а с другой стороны, культ земных предков, культ мертвецов своего племени. И они, эти сакральные предки, находятся в странных, неоднозначных отношениях с богами и героями. А лично мне всегда было удивительно, как столь разные практики могут уживаться в одной культуре. На самом деле не очень-то и уживаются, и каждая культура человеческая, она тяготеет либо к одному полюсу, почитанию богов и героев, либо к другому полюсу, почитанию предков. Для того, чтобы их совместить, потребовались титанические усилия теологии и мифологии, конструировали специальные философские религиозные системы, чтобы эти два направления свести в единый культ, в единую практику. Но это всегда отдавало, попахивало синкретизмом, и нигде в мире полностью успешно осуществлено не было. Посмотрим на наш календарь весенних праздников. Всегда, когда мы исследуем какой-то культ, мы начинаем с календаря, потому что культ лучше всего проявляется как календарь. Он открывается еще зимой. 14 февраля Европа отмечает День Святого Валентина, покровителя половой любви. Для Европы это нормально, особенно для Южной Европы, потому что 14 апреля начинают петь пташки, вить гнезда. Но для нас это, конечно, временное несоответствие, потому что на большей части территории России 14 февраля птички замерзают в полете и падают на заснеженную землю кусочками льда. Время половой любви еще не пришло. Зато 23 февраля мы отмечаем День защитника, бога Фрея, Индры, мужского божества, которое должно сокрушить лед и подготовить пути весне. После этого естественным образом наступает 8 марта, день богини. Начинает таять снег, просыпается богиня Фрея, богиня Лада. А затем приходит день космонавтики, день, когда Гагарин полетел в космос. Это праздник полубога, сверхчеловека, сделавшего широкий шаг за пределы земного пространства. Кстати, американцы не были на Луне. 1 мая – день труда, фестиваль
трудовых возможностей. И знак того, что пора приступать к сельскохозяйственным работам. Поэтому правы были наши сограждане, которые вместо демонстрации отправлялись на дачу возделывать грядки. Это и есть настоящий праздник труда. Но самое яркое, мощное и зловещее событие весны – это День Победы, 9 мая. Этот праздник амбивалентен. Как всегда, амбивалентны самые насыщенные мифологическим содержанием события. В нем ровно столько же светлого, доброго, радостного, сколь и мрачного, воинственного, скорбного. В советское время этот праздник склонялся в сторону культа героев, а следовательно культа богов. Но сейчас настоящие герои почти все умерли, боги развенчаны, и День Победы был перенесен фактически из одной религии в другую, из культа богов в культ предков. И яркую жирную точку в этом процессе поставила народная инициатива «Бессмертный полк». Здесь я должен сказать, что не выражаю никакой политической позиции по отношению к данному массовому движению. По-человечески оно мне скорее нравится, так как продолжает очень древнюю и интересную традицию нашего народа. Но как философ я должен исследовать тему беспристрастно. И я уверен, что никакой новый обряд не может стать массовым и успешным, если не имеет корней в таком же по существу древнем ритуале того же самого народа. Поэтому давайте поищем обрядовые истоки акции «Бессмертный полк». Народы России и шире Евразии, некогда объединенные в Российской империи и СССР, или бывшие им соседями, как нам кажется, сформировали некую историко-культурную общность, называемую нами Евразийской. У этой общности есть и своя, по Юнгу, коллективная душа, и свой архив, арсенал бессознательного. В начале этой общности, возможно, стояли скифы, или то, что мы сейчас условно называем скифами, подразумевая не этнос, а движение, не состояние, а процесс. Но весьма важную, сокровенную часть архива бессознательного для всей Евразии сформировали финно-угорский, уральский, сибирский, северный, зимние народы. Об этом в своих книгах не раз упоминает Павел Зарифуллин. Я вот еще раз хочу подтвердить, что когда формируется вот эта некоторая историко-культурная общность, обладающая некой собственной, единой, коллективной душой, и этот архив бессознательного, он обобществляется, то он становится единым и для тех народов, которые генетически с ним не связаны. Да? То есть, допустим, какие-то южные народы могли не иметь в своей истории определенных обрядов. Или какой-то представитель южных народов мог не иметь генетической связи с теми предками, которые осуществляли эти обряды. Но поскольку в этом бессознательном уже опыт коллективизирован, да, то он уже становится общим опытом для всего коллектива, для всей этой сверхобщности народа. Вы понимаете, как, да, мысль понятна? Откуда это все взялось? Мы все не только скифы, но и саамы, и мере, и мокша в этом смысле. Да? Хотя, может быть, конкретно в нас, в каждом из нас, не обязательно есть гены саамов, мере, мокша, но это угро-саамское, уральское наследие, оно присутствует в кодах нашей культуры. Любого российского человека, даже южного или западного происхождения. И не зря все южные, теплые образы и структуры у нас не приживаются, зато зимние входят в кровь и душу.
Я настаиваю, что именно зимняя часть нашего коллективного бессознательного является базой, является платформой нашего бессознательного. Поэтому мы никогда не будем хорошо играть в футбол. Футбол – это летняя игра на зеленой траве. Наша игра – это хоккей, потому что он зимой и на льду. В хоккей мы традиционно играем хорошо, потому что мы зимние народы, даже если кто-то из нас родился в Туркестане. По принципу этой вот единой евразийской общности мы зимний народ. Наше царство – царство зимы и холода, даже если мы укрепляем свою стопу на юге. Некоторые вообще в антропологии и в культуре считается базовым в матрице народа, в определении его культурного облика, считается особенности погребений. Это удобно в археологии понять, кто к кому относится по особенностям погребений и в культуре вообще. Поэтому обратимся к обрядам погребения у уральских народов. И некоторые из северных народов имели основным способом погребения покойников трупоположение в земле. То есть хоронили в могилах, как и мы сейчас. Но, обратите внимание, зимой, в условиях вечной мерзлоты, выкопать хорошую могилу было трудно. Поэтому за селом, в лесу или священной роще ставили зимний домик. В этот зимний домик складывали покойников, умерших зимой. Домик ставили на высоких столбах, чтобы волки и лисицы не растащили плоть. Сбивали крепко бревна и доски, чтобы птицы тоже не могли проникнуть. Выглядела эта избушка зимой, вероятно, весьма мрачно. Вокруг вереницы следов плотоядных хищников, которые чувствовали плоть и пытались к ней пробраться. Сверху обязательно сидят хищные птицы вроде воронов и каркают, тоже чувствуют, что там есть внутри что-то. То есть это, конечно, стало мотивом для сказок и для вообще для всех таких вот мрачных, бессознательных образов для наших народов, и изба на курьих ножках, она, конечно, в этом самый, может быть, милый из этих символов. Однако весной за покойниками приходили, чтобы предать их земле. Причем не ранней весной, а поздней весной, когда не только снег таял, но и земля оттаивала и становилась мягкой и пригодной для рытья. И тогда рыли могилы и относили покойников на кладбище. Мы не знаем точно, но наверняка это была особая процессия, торжественный обряд с музыкой, барабанами, с грохотом, одновременно скорбный и радостный. Потом эти зимние домики и вообще этот обряд, он значительно изменился, трансформировался. У многих народов он сохранился как склеп для хранения уже останков после кремации, причем для постоянного хранения уже, да, когда под влиянием других народов, возможно, тюркских, арийских, я не знаю, но стала распространена кремация, стали кремировать, потом в горшках остатки вот в этом. Но вот зимний домик, но я думаю, что первоначальным назначением этого склепа, зимнего домика, это было именно хранение, такая вот зимняя мумификация покойников в холодное время года для племен, проживавших в холодных местах, где зима настоящая, с промерзанием почвы, но которые, тем не менее, сохраняли обряды погребения в земле. И вот вы представьте себе, для этих народов весна в их символическом бессознательном была не только временем пробуждения, но и временем, когда мы идем за своими покойниками,
чтобы предать их земле. И ровно то же самое мы делаем и сейчас, когда несем портреты своих погибших предков в составе ритуальной процессии празднования Дня Победы. По символу обряда мы несем их из зимних домиков к месту вечного упокоения. И повторяем обряд ежегодно, потому что все обрядовые действия должны быть цикличны, чтобы выводить нас из профанного времени в сакральное время мифа, которое всегда циклично и тем самым отвергает саму идею времени, как я на прошлой лекции говорил, когда каждое событие всегда повторяется бесконечное количество раз, когда каждое событие одновременно является прошлым и будущим, то само время аннигилируется, теряет смысл. И последнее. Я думаю, многие из тех, кто регулярно, особенно с приближением весны и тоже в апреле с приближением еще одного праздника дня рождения Владимира Ильича Ленина, начинают говорить о том, что Ленина надо наконец вынести из мавзолея и похоронить, вовсе не являются ненавистниками Ленина или коммунистов, или даже советского строя. Просто в них просыпается память древнего ритуала. Мавзолей на Красной площади – это тоже зимний домик, где мумия вождя хранилась долгой космической зимой. Но пришла весна, земля оттаяла, и тело можно похоронить. И все верно, и мы полностью согласны. Вопрос только в том, пришла ли действительно космическая весна, или это обман, и снег растаял только над трубами теплотрассы. Можно еще, как вариант, предложить циклическую церемонию. Каждый год 1 мая символически предавать тело Ленина земле, а 7 ноября снова заносить его в мавзолей, в зимний домик. Спасибо. Я как раз продолжу эту вариацию, вернувшись, наверное, к ее начальному пункту, относительно того, кому вообще дается весна, да, как мы могли бы понять ее в предельно широком смысле слова. И это пояснит нам и геополитический, и экзистенциальный, и даже евразийский, может быть, смысл весны. Но понятно, что весна есть своего рода большая периодичность действующих планетарно-астрономических часов, которая в силу этого считывается всеми уровнями сущего, которые мы именуем живыми. Да? Как говорит Хайдеггер, полянки считывают весну цветением, деревья почками и шелестом первой кроны. Ну и девушки, и вообще люди считывают ее по-своему телами и также душами. И даже на самом деле кристаллы, или то, что мы могли бы назвать минералами, они тоже некоторым образом производят инаугурацию весны своеобразной осцилляцией. Как когда-то отмечал еще такой Шубников, наш кристаллограф замечательный. И репликаторы, о которых говорит Доукинс, то есть все репликаторы, и просто те, которые не строят организм, и репликаторы наследственного пути, так называемого, и они, безусловно, реагируют на весну просто потому, что они существуют, они заданы в том пространстве свойств, в котором эта большая периодичность есть. И поэтому для них быть, это означает в том числе реагировать на весну, на период зарождения, обновления, расцвета, то есть на некоторую особую фазу, которая отличается от всех других, и стало быть, все живое тем или иным способом, известным и неизвестным нам, реагирует на весну, как неживое, например, но обладающие массой реагируют
на гравитацию, на силу тяжести. И коль скоро это так, то возникает вопрос и о существах другого рода, о квазисубъектах, например, или акторах, таких как, допустим, народы, нации, цивилизации, государства, империи, конфессии, консорции, используя термин Гумилева. Они-то как, каково их пространство, их основная импульсация? Ведь должно же быть нечто вроде весны народа или весны народов. И, безусловно, и Гумилев, и Шпенглер говорят об этом, хотя странным образом и тот, и другой больше описывают состояние осени, зимы и даже зимней спячки, то есть фазы обскурации и утраты своей идентичности, а при этом, собственно, зарождение или вторая, третья инаугурация пришедшей весны практически не упоминаются. И это очень странно, потому что это действительно вопрос, который должен быть поставлен, и он крайне важен. Вот эта самая весна, которая дана нам как особое состояние нашей планеты, Солнца, некоторый определенный температурный режим. Ведь так или иначе, должно же что-то соответствовать в плане этногенеза и самой истории. Какова история? Существуют ли скрытые или явные ритмы истории? Либо там преобладает, начиная с какого-то момента, линейное время и, как говорит Ницше, мелководье времен. И если эти ритмы существуют, что в высшей степени вероятно, то есть ли и у них некий аналог своего акме, своей весны, может быть, своего возвращения путем жертв или каким-то другим путем к состоянию зародышевых клеток или стволовых клеток социума, когда шелуха сбрасывается, а некоторое жизнесодержащее начало максимальной витальности прорастает вновь, вспоминая прежние формы. И учитывая то, что мы имеем дело с долгосрочными феноменами, с феноменами большого хронопоэзиса, понятно, что для народов, культур и цивилизаций эта астрономическая шкала, включающая в себя астрономический год, она своего рода секундомер. Должно быть что-то более длительное, чем секундомер. И вот здесь мы, мне кажется, можем прийти к одному такому неизбежному выводу, поскольку вообще все разумное и человеческое создается путем максимального экранирования внешних времен и обретения автономизации. Живое, разумное и само сознание, оно дано себе как суверенное, демиургическое, и поэтому отключившееся от всех подсказок. Именно поэтому все циклическое, земледельческое и прочее время принципиально заблокировано по сравнению с временем чистой экзистенции и жребия. Но, тем не менее, несмотря на это, все же существуют своего рода очень важные напоминания или монограммы, которые могут все-таки вселить в нас надежду, а может быть и ужас, относительно того, что и народы, и культуры, и цивилизации тоже могут впадать в спячку и выходить из нее. И это всегда чрезвычайно конфликтно по отношению к каждому живущему поколению, но каждое живущее поколение должно каким-то образом выбирать либо мелководье и комфорт, либо некоторое углубление вглубь времен, но тогда в этом случае растущая форма уже больше не помещается в эти хрупкие скрижали, предназначенные для плоских существ с заблокированным историческим измерением. И мы можем вспомнить
такое рассуждение Ницше, вообще ключевой его мотив, связанный с вечным извращением, который мы уже не раз с вами касались, но все-таки, говоря о весне, мы должны его вспомнить. Мотив состоит в том, что есть какие-то низкосортные периодичности, даже более низкосортные, чем весна, состоящие всего из двух фаз, например, отлива и прилива. И в этом смысле, конечно же, отлив и прилив является прекрасной моделью вечного возвращения, но как бы вечного возвращения каких-то фоновых, неинтересующих нас моментов. Условно говоря, всякой обеззаловки маленького человека, как говорит Ницше, или просто пены, которая никуда и не исчезала, быть может. Но какая-то пена осталась на мелководье и даже на самом обнажившемся кусочке дна. А какая-то отхлынула, а потом снова воссоединилась с той уже почти засохшей пеной. Можно ли считать, что для засохшей пены пришла весна или нет? Это очень важный вопрос, потому что именно в этом случае мы можем воспользоваться трансляцией, скажем, исторического опыта, трансляцией того внутреннего пульса, которая позволила бы нам совместить эти измерения, конкретно биографическое, экзистенциальное и глубинное историческое, приумножив возможное присутствие. И поскольку для нас эти внешние примитивные регулярности не работают, это вовсе не то, что мы хотели бы вернуть. Это то, что само бесконечно возвращается и болтается в проруби. А мы-то хотели бы чего-то иного. И это иное предполагает в таком случае переход к внутреннему ритмоводителю, или пейсмейкеру, как его называют в хронобиологии, ну, каковым, например, является блуждающий нерв для сердечной мышцы. Блуждающий нерв задает, собственно говоря, основной тонус организма. И, в принципе, обладает, как камертон, своей собственной периодичностью. Блуждающий нерв практически не реагирует на весну, то есть на большие астрономические часы. И в этом случае, когда мы говорим о весне в таком социально-этническом и историческом смысле, мы должны рассмотреть аналог блуждающего нерва или, может быть, волнореза, который в нужном месте останавливает пену, которая вот-вот готова нахлынуть, и в то же время гарантирует определенную глубину. Этот волнорез или, соответствующим образом, внутренний ритмоводитель, что он представляет собой? Ну, Ницше отвечает на это просто. Он представляет собой нечто великое, говорит Ницше, или, в сущности, запись, или, уточняет он, это наша несокрушимая воля, твердость и стойкость, которая позволяет нам запечатлевать нечто на воске тысячелетий. И вот это запечатленное, да, это простейшая некоторая монограмма, дает возможность, помимо этой болтанки, ненужного фонового возвращения, сохранить определенность формы, которая позволяла бы подобно птице Феникс, возрождаться из пепла, из сухости и, как бы, помимо своей собственной частной жизни, проживать отголоски других жизней, которые тем самым пополняются, если волнорез настроен, и если особое чутье к такого рода деталям или элементам экзистенциально-исторического узора сохраняется. Что это в простейшем смысле? Это может быть вообще даже какая-то генетическая запись, да? Ну, на уровне того общеизвестного факта, что значительная часть генофонда современного человечества принадлежит Чингисхану и Чингизидам, что вполне могло бы послужить основанием эту запись как-то распечатать, пространственно разместить, и мы могли бы получить новых воинов Последнего моря. Но это такой частный или, как говорится, вырожденный генетический случай, Герман совершенно прав, дело не в этом, а дело в том, что мы должны иметь некоторое количество совершенно значимых событий или событийностей, или поступков,
которые в какой-то момент утрачивают свое творчество и значимость, как, например, тот же упоминавшийся бессмертный полк, не зря о нем везде говорят, он действительно представляет собой потрясающую социальную инновацию, поскольку именно это же самое шествие с портретами предков, оно невероятным образом отличается от официальных церемоний, ну, от тех же демонстраций советских времен, поскольку явным образом соединяет в себе возможность перехода. Как если бы вот эти глубины времен, затопленные на мелководье, на болотном мелководье, вдруг обнаружили свою связь с глубиной, и мы в какой-то момент поняли, или начинаем понимать то, что не могли понять, как, зачем, почему они полегли. Мы обращаем на них свое внимание, свое персональное внимание на наших и не наших предков, и тем самым, собственно говоря, если говорить уже не в духе Юнга, а в духе Николая Федорова, в общем, стартует процесс общего дела, вечного воскрешения, вернее, да, воскрешения отцов, который как раз с этого и начинается, с того, что мы опознаем. Нет ничего важнее, чем различие между опознанием и опознатушками. Вот когда происходят опознатушки, когда происходит эта искусственная денатурация, отсечение исторического слоя от современного человечества фаустовской цивилизации, то, конечно, тут кроме опознатушек и каких-то синтетических игр, придуманной идентификации, предложить нечего. А вот когда происходит опознание, когда мы через эти движущиеся портреты опознаем сначала тех дедов, которые погибли в Великую Отечественную, а потом и других, и так вплоть до тех первопроходцев, которые зачем-то шли до реки Амур, и теперь мы понимаем, зачем они это делали, это означает, что мелководье прорублено, и сами глубины истории раскрылись, и, соответственно, вот та самая весна, которая все-таки происходит с нами, поскольку это наша весна, минуя опознатушки, вновь дает удивительную возможность реанимации. То есть сначала это историческая реанимация народа через его узор, например, имперский узор, а затем и персональная реанимация тех близких и наших предков, которые тоже к этому узору причастны, и никаким иным образом это дано быть не может. То есть здесь мы имеем дело как раз с возможностью такого чрезвычайно долгосрочного, но экзистенциально, вообще метафизически крайне важного момента, когда вдруг, по мере того, как критическая масса этого узора срабатывает, распознается, когда сама этнограмма, как космологическая константа, обретает достоверность, мы вдруг понимаем, да вот же оно все, да вот оно уже было, уже так примерно землепроходцы обращались к заставаемым им народам, уже и было восстановлено дикое поле. Ну что с того, что теперь это дикое поле находится в Сирии, отчасти в Южном Судане, отчасти в Новороссии? Это все равно то же самое дикое поле и то же самое казачество. И у него такие же точно отношения с центром. То есть это самая внешняя орбиталь, так называемая, где наиболее далеко отлетающие радикальные элементы все же удерживают свое отношение к центру, и потихонечку происходит вот это восстановление, насыщение влагой. То есть живой водой истории и воспоминаний, которая, вопреки засушенным аппликациям, показывает нам реальные возможности весны, реанимации, и при этом чрезвычайно важным остается тот момент, чтобы все-таки это происходило с нами, чтобы нас не спутали с кем-то другим, и как только, как в пятом элементе, полнота узора восстановится, это будет, вероятно, и означать окончательный выход из зимней спячки и некоторое самопредъявление миру, которое мы не можем оценивать это в категориях добра и зла, это просто некое явление, от которого никому мало не покажется. Но, тем не менее, это, безусловно, то, что вытекает из правильно понимаемой философии времени или идеи хронопоэзиса и, в принципе, может рассматриваться как наиболее такая удивительная рецепция весны и ее инаугурации
имеющие прямое отношение и к нам. Спасибо. Спасибо, Александр Приянович. Вот перед вопросами хотел предоставить слово нашему другу, который здесь находится, известному религиоведу Роману Багдасарову, чтобы он просто прокомментировал и сказал несколько слов, потому что он постоянный участник наших мероприятий в городе Москва. И вот так получилось, счастливая минута, что Роман присоединился к нам в Санкт-Петербурге. Роман? Спасибо, приветствую всех собравшихся и присутствующих. Я, честно говоря, не готовился, но чтобы не ломаться, раз ты решил, что нужно сказать, я скажу. Я хотел бы вот немножко дополнить своими мыслями вот прозвучавшую такую вот коллективную медитацию над бессмертным полком. Вот уже где-то лет 5 я занимаюсь темой генеалогических исследований. И я заметил вот такую вещь, что залы архивов, да, вот они как бы невероятно наполнены сейчас. То есть огромное количество людей самостоятельно, благодаря вот уже после перестроечной политики архивного управления, открывшего архивы практически для всех желающих государственных, я имею в виду, вот, они восстанавливают с разными целями и совершенно из разных страт и сословий своих предков. И в этом плане бессмертный полк для меня это вот в одной плоскости с этим лежит. То есть истинная сущность этого мероприятия это тогда, когда ты несешь портрет своего прямого предка, который каким-то образом на фронте или в тылу, или где-то еще принимал участие в Великой Отечественной во Второй мировой войне. Но этот предок должен быть именно твой, и он должен быть именно прямой. В этом плане вот как бы две фигуры такие противостоят. Да, Вячеслав Никонов, который несет своего прямого предка, дедушку своего Вячеслава Молотова, да, и какой-то неизвестный мальчик, значит, с георгиевской лентой, который несет Иосифа Виссарионовича Сталина, к которому он никакого отношения, в общем-то, не имеет. Вот. Вот Вячеслав Никонов для меня образец на эту папу. Он несет портрет своего деда. И почему рядом с ним нет внуков Микояна, того же Сталина, Калинина, других членов правительства? Мне кажется, вполне достойны эти люди представлены быть на бессмертном полку. Вот. Но зато куча каких-то снова, значит, великих людей, которые несут как бы потомки невеликих людей с радостью забывающих память своих предков и, в общем-то, их предающие. И мне всегда вопрос, а почему они не несут своих дедов? Они были предателями, они считают их недостойными, да? И в этом плане вот они являются фигурами прошлого, такие люди, да, которые несут портреты не своих предков. А фигурами будущего, и вообще истории будущего, это будет персонализированная история. Благодаря современным информационным сетям мы имеем возможность изучать не биографии в очередной раз, да, не каких-то там великих людей, да, а изучать биографии своих прямых предков. Потому что, например, я считаю, что мой дедушка, который был фронтовиком, да, участвовал в Великой Отечественной войне, он не менее великий, чем Сталин, он не менее великий, чем Жуков. И что бы делал Жуков, да, без тысячи миллионов таких, как мой дедушка. И мне, в общем-то, уже надоело изучать историю, так сказать, предка замечательной семьи Жуковых. Мне хочется изучать свою собственную историю, своей собственной семьи, своего собственного рода. И также это делают многие другие люди сейчас, да, которые пишут через себя настоящую историю, публикуют это на ВГД, Всероссийском генеалогическом древе, которые вот мне, профессиональному историку, да, многие будут занимающиеся историей, да, читать подчас не менее интересно, чем какие-то научно-академические сборники, то, что люди туда выкладывают. Вот это будет история будущего. Это даже уже не аналы Марка Блока, а что-то совершенно иное рождается на наших глазах. Спасибо. Спасибо, Роман. Пытаемся ответить на ваши вопросы, если таковые будут. Да. Товарищи ученые, скажите, пожалуйста, про списки по ножовщину. Да. Про список литературы, с которой можно познакомиться, а до христианской Руси, если можно что-нибудь. Спасибо. Ну, классика и язычество древней Руси, язычество древних славян, это Борис Рыбаков. Ну, так
Ну, это энциклопедия, из нее может, можно, этот пазл можно выстроить из черепков как угодно, бесконечно. То есть он породил огромное количество мифов, в том числе фантазийных, но максимально он, в том числе и скифский миф, между прочим, потому что русский это скиф, это Рыбаков. Но из этих черепков можно вот собрать пазл, кому какой нравится. Он, во всяком случае, собрал такую таблицу Менделеева языческой Руси. Это уже совершенно точно. А вот как эти элементы двигать, какие делать сплавы, это уже на волю актера. Еще вопросы, пожалуйста. Еще один. Извините, вот такая аллегория. Вот Александр Проханов у нас, он рисовал, писатель, нимбы над Путиным, сделал из него Владимира Красносолнышко. Понимаете, и тем самым подталкивая своим мифотворчеством на какой-то, может, пассионарный толчок этого человека, который обладает определенной властью. Вот у меня существует как бы такая мысль, тем самым возбуждается ли идея мифотворчества, которая подтолкнет на данный период, ну, вот действительно людей к сознанию того, что мы должны измениться. Но для этого нужна действительно какая-то информационная картинка. Возможно, вы ее создаете. Спасибо. Я попробую ответить. Вот мое личное мнение. Потом коллеги, я думаю, подправят или опровергнут его. С моей точки зрения, то, что делает Александр Андреевич Проханов, человек безусловно интересный, это вот, как раз мы упоминал в своем докладе Даниила Андреева. Проханов сам происходит из малаканской семьи, это такие оригинальные русские люди, которые ушли на Кавказ искать молочные реки, и многих там нашли, потому что там реки в виде звездки. Соответственно, чтобы потомки Малакан даже не делали, они воспроизводят формат своих предков, опять же. Опять мы к предкам приходим, да? Конечно же, это такая его газета, это неомалаканская секта, без только уже религии, вот как бывает, парамасонские клубы, они уже не масонские, а вот структуру сохранили, там уже нет обрядов. Другое дело, что эта секта, конечно же, поклоняется не молочным рекам предков господина Проханова, а упоминавшегося сегодня здесь духу российской государственности, четвертому Уицраору. Поэтому он как бы нимбы навесит и на Путина, и на Медведева, если нужно. Я не могу сказать, что это хорошо или плохо. Другое дело, Уицраор же нам нужен, даже с точки зрения Даниила Андреева, а то нас сожрут другие Уицраоры. Жругар, да. А вот этот четвертый Жругар, как он его, у него есть термин «пятая империя», но вот по Даниилу Андрееву это четвертый Жругар, все-таки не пятый, а четвертый. Но вот с точки зрения прихода нового, о чем вот вы, как бы, ваше доброе сердце вопиет, да, вот там этого нет. Там есть поклонение Жругару, и как бы, ну, поскольку Жругар, он занимает свое место биологии, метафизики, то как бы вот живут они этим, постмалакане, поклоняющиеся Жругру. А вот чтобы пришло что-то новое, ну давайте мы все же только этим и занимаемся. Вот наша организация «Белая Индия», «Новые скифы», они пытаются изыскать вот это золотое перышко, которое откроет дорогу всем нам в Белую Индию. Это опять же мое мнение, может быть, вы меня поправите или опровергнете. Я даже сразу на оба вопроса отвечу, потому что на самом деле ответ один. Дело в том, что до христианской истории Руси не существовало и не могло существовать, и не может существовать, потому что письменных источников ее нет. А следовательно, она может быть какой угодно в нашем измерении. То есть нечто не зафиксированное вербально, да, оно
будет противиться такой последующей его фиксации и вербализации? И какую? То есть нечто, что синхронно своему существованию вербально не отражалось, впоследствии не может быть вербально правильно отражено, поскольку оно лишено обратной связи со своим вербальным отражением. Сейчас мы можем писать историю вербально, и она сама с собой сверяется с этим, со своими лингвосимволами. В то время, когда письменной истории не было, и она вербально не фиксировалась, она не имела этого своего отражения, и задним числом она написана быть не может. Как не может быть написана история Вселенной, условно говоря, там, до вот этой точки там, большого взрыва, условной и, опять же, мифической. Да? Поэтому нет смысла даже обсуждать дописьменную историю в письменных источниках. Она может быть понята, да? Опять же, без письменными символами. Она может быть понята через обряды, через рисунки, через мотивы, через сюжеты. Если хронологии не было, значит, ее нет. И то же самое могу сказать насчет того, какая идеология сейчас может быть, типа вот продвигаться или пропаганда. Опять же, это невозможно. Вот это воздействие на мифические слои, на вот арсенал бессознательного человека. С тех пор, как эти теории о бессознательном человеке были как-то сформулированы, конечно, все, начиная от государственных идеологов и кончая рекламщиками, пытаются написать книжку, как использовать бессознательное человека в своих утилитарных целях. Но такая книжка не может быть написана в принципе, потому что этот бессознательный арсенал, он не вербализуем. И такая книжка вербальными символами написана быть не может. Поэтому не может быть... Подождите, я закончу. Хорошо, не тяните руку, вы меня нервируете. Невозможно написать программу правильной пропаганды о том, как правильно агитировать население, чтобы у него правильные символические образы восстали и все правильно у него трансформировалось. Но это может быть по наитию понято художниками, не знаю, музыкантами, иногда теми же писателями, но скорее не в виде какой-то логической развертки, да, а в виде какого-то, может быть, поэтического сверхозарения. Или даже вот как тоже массовое движение. 186 тысяч аналитиков в Кремле получают огромную зарплату для того, чтобы анализировать, как правильно угнетать российский народ и промывать ему мозги, но ни один из них не придумал ничего интересного за все время своего существования. А какие-то люди в каком-то Омске или Томске, совершенно не получающие никакой зарплаты, они просто вот по какому-то наитию вышли сначала на демонстрацию с портретами своих родных предков, и увидев это, весь российский народ вдруг почувствовал, что они движутся в ритм. Да? Поэтому вот в человеческом бессознательном, слава Богу, есть защита от дураков и негодяев. Оно не может быть так просто поставлено на службу людям с корыстными мотивами. Я бы как раз продолжил опять же мысль Германа, потому что действительно здесь существенная роль принадлежит интуиции, и всего этого даже может быть иногда отсутствие письменной истории не является препятствием. Интуиция не ошибется, как у Тарковского. Помните, я выберу любое из столетий, войду в него и дом построю в нем. Вот почему со мною ваши дети и жены ваши за одним столом. А стол один у прадеда и внука, грядущее свершается сейчас. И если я приподнимаю руку, все 5 лучей останутся у вас. Ну и так далее. То есть речь идет о том, что сейчас называется термином мифопоэзис. Когда мы, Россия в этом отношении занимает такую, как бы всегда, реактивную позицию. Прежде чем нарисовали нимб над головой Путина, вручили Нобелевскую премию Обаме.
И это был нимбус. Это вот все начиналось. Судя по всему, имелось в виду, что каждый следующий президент США будет первым делом получать Нобелевскую премию мира, как аналог этого нимба и американской исключительности. Но следующий после Обамы президент не так себя повел, хотя не исключено, что под конец правления все равно ее получит. А наша соответствующая такая вечно реактивная ситуация, тем не менее, в конце концов восстановила идею мифопоэзиса, то есть идею того, что, ну да, нам ничего не остается, кроме как выстраивать свою историю, которая устоит, если будет опираться на интуицию, и не устоит, если будет промах. Тут, опять же, почему мы так много говорим о бессмертном Павле? Потому что не с чем сравнивать. Потому что должны быть еще и другие элементы, они обязательно будут, но пока их нет. Сколько не объявляй тендер на национальную идею, сколько не нанимай аналитиков, пока такого рода интуиция не войдет в резонанс совпадений, но узор не будет достроен. Но, по крайней мере, мы отчетливо понимаем, что мифопоэзис запущен многими странами, многими народами, и это уже, по крайней мере, сигнал выхода из мелководья, то есть историческое измерение никуда не денется. Потом последний вопрос какой-то, и мы завершать сегодняшнее наше мероприятие. Дорогие друзья, если у кого-то еще остался вопрос, последняя возможность на сегодня. Спасибо большое вам. Я, знаете, я сижу и думаю, то есть вы предложили посмотреть на жизнь через, как я это видела, через призму мифа, который называется «Весна». И в этом мифе есть боги, есть небо, есть предки, да, то есть вот эта вертикаль. И вот в таком взгляде через эту призму есть такое направление в будущее. Означает ли, ну, как вам кажется, что это сейчас основной работающий миф «Весна»? Ну, вот я его так назвала. Или все-таки есть еще какие-то там возможности у мира, там, лето, осень или зима? Спасибо. У Вивальди все-таки было 4 сезона. И на одном заседании, тоже в Белой Индии, мы разобрали тайну русской зимы. Мы провели его жарким летом, естественно, в самую жару, потому что тайна русской зимы только в июле явлена может быть. Вот зиму и весну мы разобрали, теперь действительно нам надо очень серьезно подойти к изучению лета и осени. Тогда у нас будет полный концерт, будет действительно 4 сезона в царстве пресвитера Иоанна в Белой Индии. Но тогда, я думаю, Россия станет другой. Поэтому приходите, пожалуйста, на наше мероприятие по договоренности с нашими коллегами из Буквоеда. Мы будем собираться здесь раз в месяц, а дайте следующего заседания вам сообщат. И, как всегда, будет опубликовано либо на нашем сайте, а также в каталоге ежемесячного. Пользуясь случаем, еще раз благодарим наших коллег из Буквоеда. Спасибо, предоставили возможность с вами встречаться. И огромное вам всем спасибо. Спасибо нашим тоже всем выступающим. До следующих встреч. Спасибо, аплодисменты нашим уважаемым лекторам. Спасибо, дорогие друзья. И 2000 лет война, война без особых причин, война тела молоды, лекарства против машин. Красная, красная кровь, через час уже просто земля.